Это трио отличается от других. Чистокровных баллонок сюда принесли недавно. Бывший хозяин поставил сотрудникам приюта ультиматум. Баллонок привезли в двух сумках. Сказали, не возьмете, вот здесь выброшу. По соседству белый алабай, есть еще терьер. Но все же большинство, а это свыше 300 собак, чистокровные дворняги. Подбрасывают и щенков. Пришли на работу, оно сидит под дверями. Кто-то привез, бросил. И часто так приносит сюда щенков собак? Постоянно. Котят, щенков, взрослых собак. Прямо на поводочке оставляют. Кого в коробочке. Не задумываясь, есть куда, некуда. Ждут здесь любой помощи, в том числе корм, крупы, теплые подстилки. Им надо крупа, корм сухой, какие-то обрезочки вот мясные, что-то, подстилки, чтобы можно было вот зимой им стелить, медикаменты. В приюте напоминают, следующий год – год собаки, а значит новый четырехлапый питомец – лучший подарок. Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».